И снова приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня поговорим о трендовых кухнях 2018 года. Это кухни, которые часто используем в проектах своих, и заказчики сами выбирают данные кухни. Очень популярная. Я расскажу, какие здесь используются материалы, и поговорим сегодня о фарфоре, как и обещал, когда его облицовывать и как его лучше сделать. Поехали! Так, начнем. Что же в этих кухнях такого интересного, что все их выбирают? Первое, что это можно сделать, делают часто до потолка, соответственно, нет у нас вот этой ниши, которая над шкафчиками, и нет этого пылесборника. Соответственно, у нас смотрится эта конструкция монолитно и красиво. Вот эта имитация дерева, то есть это типа скандинавский стиль, и это используется DSP Egger, он очень имитирует круто дерево, так как у него видим прожилки. То есть, и вот эти вот вставочки, типа как трещинки, оно визуально смотрится как натуральное дерево, то есть очень круто. Фасады крашены, то есть не пленка, в данном случае в данной кухне они матовые. Видим. Отпечатки остаются, хорошо видно, то есть это минус как бы данных фасадов. И еще вариант глянцевых. В данной кухне использовались такого вида профили, то есть идет профиль и такая вот скрытая ручка. Данный профиль, на мой взгляд, очень удобен, то есть так как большой зацеп руки за столешницу, то есть очень удобно, особенно в посудомоечной машинке, так как она хорошо защелкивается, нужно усилие. И когда используешь, допустим, наоборот, фасады такие здесь с профильной ручкой, часто жирный, допустим, мокрой рукой это проблематично сделать, чтобы ее открыть. Здесь у нас, на мой взгляд, очень удобно сделали, то есть у нас здесь мойка, то есть не в самом углу, то есть можно удобно помыться, ну, соответственно, сложить. Конечно, надо повертеться будет, но не самый худший вариант. И теперь поговорим о фартухах. Что и как делать. Как видим, у нас здесь использован плинтус, так как заказчик я изначально не убедил сделать его без плинтуса. В принципе, вот на этой части как бы смотрится неплохо, но доходя до углов, мы видим вот такие вот страшненькие штучки, и по концам вот такие вот, если их не приклеить, они делают вот так. Поэтому вот эта вещь очень, на мой взгляд, непрактична. Она занимает вот это место, так как варочная панель ставится в, ну, мало места, то есть до плинтуса, и здесь остается небольшой участок, здесь она будет блять. Соответственно, эти резинки со временем также желтеют, темнеют, и может быть это не очень практично. Вот, как видим, вот эти все уголочки портят вид. То есть у нас имитация дерева здесь, здесь у нас имитация камня, и этот плинтус портит все. Поэтому не было бы его, это было бы еще круче и современнее. По поводу вот этой плитки, много там спорили, что камень на фартух вложили, то есть это будет непрактично. Эта плиточка, если вспомню, поставлю здесь название ее, кому интересно. Это плитка 30 на 90, то есть как видим, здесь у нас небольшой шов. Вот, то есть мы укладываем максимально без шва, она кривая, но можно ее чуть-чуть под, минимально согнать, как бы оставить такой полмиллиметра зазор и его уже забывать в цвет. Тем самым мы получаем такую имитацию камня, и, соответственно, она практична. Нету никаких проблем с ее мытьем, так как это все уже керамика. То есть она не шершавая, она такая матовая, но гладкая. Наш фирменный наружный угол. Смотрите по сказкам, я оставлю ссылочку в описании. Кому интересно, как это сделать. Очень классно смотрится и не портит вид, то есть из-за усовка, так как данная плитка у нее основание коричневого цвета, и делая обычную заусовочку и ее там, допустим, затиркой, либо герметиком, то есть этот красный фон, он выглядит. Вот, в данном случае очень круто и монолитно. Так, что касается фартуха. Их два варианта, то есть при облицовке, то есть когда у нас монтируется плинтус и когда его нет.
и когда у нас крупноформатная плитка и когда маленькая. Рассмотрим крупноформатный вариант. Крупноформатный вариант мы всегда облицовываем до монтажа кухни. Почему? Их тоже также в облицовке два варианта. Можно облицевать таким образом, чтобы кухня прилегала, вложилась на плитку и, соответственно, смонтировался плинтус. Но какие мы получаем недостатки при монтаже плинтуса? Первое, у нас плинтусы вот эти уголочки. Второе, у нас вот такая вот вещь идет, то есть здесь фактически у нас будет при монтаже двери мы будем подрезать плитку и вставлять сюда кусочки плитки между обналичкой и кухней. Если бы у нас облицовывалось без плинтуса, кухню подгоняли за плитку, соответственно, кухня бы вплотную к стене стала и поджалась бы к плитке. Первый минус. Также по верхним шкафчикам. У нас шкафчики монтируются на плитку, соответственно, мы получаем вот такой зазор в 1 см. И здесь. У нас плитка рельефная и примыкание шкафа, то есть как бы здесь его, в принципе, можно засиликонить, но получаем также некорректное примыкание. То есть при такой облицовке, на мой взгляд, одни минусы. То есть у нас непрактичный плинтус и некрасивые зазоры. В данном исполнении кухни был реализован фартук без плинтуса. И как видим, то есть мы облицевали плиткой уже по заготовленным размерам и уже при монтаже поджали под плиточку столешницу. Видим здесь минимальный зазор. Соответственно, еще как бы плюс то, что минимального зазора, когда у нас плитка такого нестандартного цвета, то есть она не серая, не белая, столешница какого-то тоже оригинального цвета под дерево. То есть не всегда можно подобрать герметик в цвет, чтобы он не выделялся. Поэтому сформируем его прозрачным герметиком, а этот минимальный зазор как бы теряется в прозрачности герметика, то есть он чуть-чуть помадывается, и, соответственно, у нас практически как будто герметика нет, но на самом деле он там есть. Вот так это выглядит. Также по верхним шкафчикам, в данном случае у нас подсветка, когда подсветка в таком корпусе, то, в принципе, здесь зазор нам не важен. По швам плитки. То есть, когда у нас крупноформатная плитка, иногда бывает возможность сделать ее вплотную, а с минимальным зазором оставить, то есть это там 50 долей миллиметра, и заполнить ее герметиком сверху, да, шва не видно. Но бывает плитка, когда она по форме выгнутая, и при сведении друг с другом у нас получается большой зазор. То есть здесь у нас, допустим, вровень, здесь вровень, а здесь выступ. Здесь как бы эта плитка, она так и есть, то есть как бы здесь, если без использования СВП уложить ее, то есть где-то около миллиметра, полтора, здесь у нас получается выступ. Учитывая то, что у нас здесь получается вровень, либо даже утопить можно, все равно получается разность высот. Поэтому в таких случаях лучше использовать зажимы, стянуть по максимуму плитку и уже компенсировать это швом. Потом не всегда можно сделать бесшовно, но в принципе, подобрав в тон плитку, то есть с расстояния 3 метра, будет, как бы она смотрится целостно. Когда у нас идет вот такой вертикальный шкаф, мы не сможем в миллиметр угадать вот этот вот размер. Соответственно, вот этот облицовывается все, кроме последнего участка плитки. Вы скажете, почему не облицевать плиткой после монтажа кухни? С крупноформатом такая вещь как бы очень проблематична. Почему? Так как плитка, допустим, 60 на 60, как бы заявлена в паспорте, она будет 59,5. И тем самым кухончики не угадают вот это расстояние. Даже если будет, в принципе, плитка в наличии, то погрешность будет на кухне, где-то по столешнице, все-таки это шкафчики и деревянные фасады, и редко кто монтирует кухню по лазерному нивелиру. Поэтому лучше облицевать основную площадь плитки, тем самым они подожмутся, и здесь вот уже у нас вот это расстояние автоматом выйдет до конца этого шкафчика. И потом мы просто вставляем плиточку сюда уже, это без проблем. И тем самым удобно, в принципе, монтажникам, они поджимают просто столешницу ножками к столу, не надо им это все дело выравнивать. Но здесь есть три условия, то есть должны стены быть идеально вертикальны, то есть идеально штукатурены по маякам. Углы все 90 градусов, так как у нас будет уже не будет плинтуса, и у нас не будет вот этой вот погрешности, чтобы, допустим, там пол сантиметра, сантиметр сыграть столешница. Вот. И вот за вертикаль даст, чтобы у нас вертикально вот эти все прилегали большие пеналы плотных стен. Если у нас будет уклон, здесь будет проблема. Поэтому эти условия должны быть соблюдены. И когда же,
как узнать, как облицевать фартук, то есть перед облицовкой и всей этой геометрией с вытяжками, потом монтажом и штукатуркой, мы должны сделать проект кухни, черновой проект, то есть потом после облицовки уже делать перезамер. Вот, поэтому делается черновой проект кухни, и тогда мы узнаем, потому что так на глаз мы не сможем сделать. Почему? Потому что высота кухни варьируется от 86 до 91 сантиметра. В данном случае у нас 91 сантиметр. Почему? Потому что у нас используется данный профиль, а здесь у нас посудомоечная машина. Профиль утапливается внутрь, и, соответственно, уже от посудомоечной машины идет еще вот на вот это расстояние, увеличивается высота кухни. А так стандартно 86-87 сантиметров, когда не используется данный профиль. По холодильникам. Часто их пытаются, допустим, если не встраиваемый холодильник, пытаются его засунуть в нишу за подлицо со стенкой. Но есть такой нюанс, так как есть холодильники, которые открываются, дверца за подлицо, допустим, как в этом. Видим, то у нас она, в принципе, за подлицо с холодильником, то есть ее можно задвинуть. Но в любом случае, а есть холодильники, которые наружу выходит дверца, и уже по-любому мы его не задвинем. Но и в этом как бы есть проблема. Почему? Потому что она как бы закрывается за подлицо, но дверь сама-то толстая, то есть вот она имеет толщину и, соответственно, перекрывает часть задних полок. И таким образом, чтобы достать нижнюю полку, то есть нам нужно полностью дверцу открыть. Здесь у нас, в принципе, продумано. Здесь у нас за подлицо. Здесь. Ну, то есть в случае, если мы захотим эти полки достать, помыть, нам нужно будет выдвинуть холодильник, и эти полки тогда выйдут у нас. Мы учитываем это при создании ниши. То есть ниша у нас 60 сантиметров, а холодильник, то есть с такими дверями, идет уже 65 сантиметров. То есть вот это 5 сантиметров, которые торчат наружу.